Итак, здравствуйте, уважаемые будущие участники клуба достигаторов. Меня зовут Андрей Панин, и я сотрудник технической поддержки клуба. Сейчас я хочу для вас записать короткую инструкцию, как оплачивать наши участие в клубе, как оплачивать абонемент, подписку в первый раз с вашей карты. Значит, я сейчас нахожусь на странице оформления заказа вот на эту подписку, на это участие. Значит, здесь я вижу форму. И, значит, я оплачиваю тестовый доступ, поэтому он 30 рублей. У вас здесь будет 1000 рублей, ну или уже какая-то другая сумма. К оплате принимаются все виды карт банковских, вне зависимости от страны и банка. То есть и Visa, и Visa Electron, и MasterCard, и даже Maestro. Значит, мы начинаем с того, что вносим сюда свое имя. Так, e-mail. Так, пароль. Так, ну и телефон. Так, все, значит, затем я нажимаю перейти к оплате. Значит, смотрите, если вы заходите и не видите здесь вот этого поля, ну, можете для начала скопировать ссылку из адресной строки, да, вот здесь она будет. Так, давайте поменьше сделаю. Вот, то есть эту ссылку скопируете и перенесете в другой браузер. Если вы пытаетесь оплатить с планшета или со смартфона, возможно, вам нужно перейти за компьютер. Значит, также вам может быть поможет очистка кэша браузера, ну если вы умеете это делать. Ну вот я назвал наиболее вероятные варианты, почему вы можете не видеть здесь форму. Либо вам нужно, если вы уже пытались оплатить, то ваши данные уже внесены на сайт, вам нужно на сайте авторизоваться, то есть перейти на главную страницу сайта club.pavel-kolesov.ru, внести туда свой e-mail, пароль, который вы указывали при предыдущей попытке оплаты, затем нажать авторизацию, вход. И после этого еще раз перейти на страницу оформления заказа, и уже вы увидите здесь большой долей вероятности, вы увидите здесь форму внесения данных. Если ничего этого не помогает, значит, обращайтесь к нам, будем смотреть, что происходит именно в вашем случае. Обратиться к нам можно вот по этому виджету обратной связи, то есть задать вопрос здесь. То есть либо вы увидите здесь онлайн-чат, либо форму для отправки сообщений. Так, теперь мы переходим непосредственно к оплате. После нажатия на кнопку «Перейти к оплате» нас переносит на страницу платежной системы PayU. То есть ее легко можно узнать вот по этому зеленому логотипу. Так. Сюда я внесу данные по карте. Значит, ну сразу хочу предупредить, я вношу данные реальной карты, поэтому вот это поле, оно будет закрыто. То есть вношу номер карты, срок действия. Код с обратной стороны трехзначный. И имя и фамилия держателя карты латинскими буквами, как оно есть.
даже большими латинскими буквами. А вот здесь, кстати, всплывают подсказки, по которым можно понять, откуда брать эту информацию, где она нанесена на вашу банковскую карту. Так, и нажимаем, открываем подсказку. Да, есть текстовые подсказки. И нажимаем «Оплатить заказ». Так, все, значит, сейчас мы переместились уже на страницу, ну, скажем так, оплаты через Сбербанк, потому что карта у меня у Сбербанка. Мне пришла смс-ка с одноразовым паролем. Я его вношу в... И нажимаю «Отправить». Я его вношу в поле и нажимаю «Отправить». Так, все, оплата получена. И теперь я что делаю? Я захожу на... Ага, у меня прошла смс-ка по списанию с карты. Так, я захожу в свою почту. Так. У меня здесь установлена специальная система автовхода. И вижу, что пришло оповещение об успешной оплате от системы PayU. То есть не от нашего клуба, а именно от системы платежной системы PayU. Так, что у нас еще пришло? А, и вот пришло письмо от клуба достигаторов Павла Колесова. Андрей, добро пожаловать в наш тренинг-центр. И в этом письме там приведены данные ваши и напоминание вашего e-mail, который стал вашим логином, тот e-mail, который указали при оплате, и там же приводится ваш пароль. Сохраните это письмо, чтобы не потерять пароль, либо перенесите его в какое-то удобное для вас место. Благодарю за внимание. С вами был Андрей Панин, техническая поддержка клуба достигаторов.